Первый заместитель председателя Заксобрания Ямала Виктор Казарин провел в Губкинском прием граждан по личным вопросам. Он состоялся в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Парламентарий отметил, темы, которые волнуют горожан, сегодня несколько изменились. Многое что поменялось за последнее время. Вопросы кардинальным образом изменились, подходы к тем проблемам, которые казалось бы, что они были в приоритете. Сегодня активная позиция главы города, администрации, и они разрешаются, что называется, в плановом порядке, в соответствии с полномочиями и компетенциями. Поэтому ко мне обращаются, как правило, с вопросами, которые и находятся в моем секторе деятельности. Это в основном это переселение за пределы Ямало-Ненецкого автономного округа. Вопросы, которые тоже волнуют и частенько обращаются, это высокотехнологичное медицинское обслуживание, лечение, обследование и поиск новых методов лечения. Это возможность оказать содействие, поддержки и помощи нашим незащищенным молодым людям, студентам колледжа, училища. Всего на личный прием к Виктору Казарину записались 4 человека. Каждый вопрос, к которым обратились граждане, рассмотрен и взят под личный контроль депутата.